Привет, Шумахер! Как дела? Конечно же, вы не Шумахер, но очень скоро у вас появится возможность купить себе новый автомобиль. Знаете, мне надоел тот мусор и обман, который сейчас крутится в интернете. И прямо сейчас я покажу вам свой проверенный метод заработка, который работает в отличие от остальных. What did the virgin say after her first BJ? I love you. Лёша, давай, 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 Лёша, давай! Ёбана! Ебать того, Лёша! Где Лёша-то, блядь? Я уже 4,5 месяца живу в Сан-Франциско и снимаю с дешёвой порнухи. Есть какой-то достаток. $5, блядь, на... Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Я не встречаюсь с мужчинами, которые не открывают мне дверь. Правда? Правда. Серьезно? Да. Ну, вообще... Ниночка, блядун, богина, сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила, пидор-пизда, тут малафья, гомик, мудила, пилот, команда, анус, вагина, путана, пидрила, шалава, хуила, мошонка, елда. Прошу прощения, я плохо пою. Я, минуя мир иной, иду по мостовой, каждая минута. Пидорги! Они заполонили планету! 415-я база, ответьте. 415-я база, ответьте. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? Ну нахер. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Алло, 25-й, здравствуйте. А вы по адресу, Бажена? Ну, я с человеком уже еду. С человеком? А что ж пассажирка звонит и плачет, что загрузила вам вещи в багажник, а вы уехали с вещами и ее бросили? Что? У меня вот человек. Фу! Что мое? Болеет? Что? Точно ее нет в салоне.
Вернитесь, пожалуйста, 25-й, она как милицию подает на вас. Не надо обращать. А мама, я думала, она положила вещи и села, а я еду. Ладно, вы что я ем, давайте. Это однажды появился на свет, слаймы мяуканьем, зверька их нет. И тут же сбежал, оставив вопрос, кошачий, собачий, малышка, да пёс, да пёс. Тише, будьте оба. Да оба, я как хочу, тише, так и общаюсь. Мысли как хочу, так и разговариваю. Вот так вот, как хочу, так разговариваю. Вы так же общаетесь. Ты с родителями так же общаешься? Нет. Почему ты так с ними разговариваешь? И он меня останавливает изначально, говорит, это у тебя на родине так принято ездить за тонированным. Ну кто такой, чтобы мне такое сказать? Я с тобой так не разговаривал. Вы со мной так не разговариваете. А ваш просто сотрудник уже накалил меня. Ну добей ему ебало. Я ему выпью, набью ебало нахуй. Че вы, блядь, спорите, да? Помню, было мне 10 лет, и я компил на новый велосипед. Я жил лишь этой мечтой. Обахашла! Увиденное произвело впечатление на пилотов португальцев, в том числе и потому, что продемонстрировало, насколько быстро на перехват выходит российский истребитель еще четвертого поколения. Су-27 приблизился на безопасное расстояние к натовскому патрульному самолету, используя воздушный тормоз. Наш пилот рассмотрел все, что его интересовало, и, сделав маневр, позволяющий увидеть все его вооружение, эффектно ушел в сторону. Покажу вам живые деньги, которые я заработала с помощью своего метода, чтобы вы убедились, что он действительно рабочий. Вот они. Здесь 18 тысяч долларов. Деньги я держу в валюте по понятным причинам. Я не собираюсь их раскладывать на столе и хвастаться, просто хочу, чтобы вы увидели сам факт заработка. Имейте в виду, что каждый участник моей команды будет зарабатывать точно так же.